Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 23 мая. Оперативное командование Юг сообщает, что корабельная группировка Российской Федерации в северо-западной части Черного моря продолжает держать блокаду судоходства и нести угрозу ракетным ударам. Вероятность проведения любых операций вокруг острова Змеиного и высадки десанта снизила штормовая погода, но общая обстановка не исключает их полностью. То есть десант все же, несмотря на то, что идет сейчас шторм, может высадиться на остров Змеиный. В целом, обстановка на Бессарабском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны Украины. На территории Приднестровского региона Республики Молдова значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется. Вот такая, друзья, информация на сегодняшний момент. В Одессе все спокойно, нету никаких взрывов, нет воздушных тревог. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. До встречи, всем пока!